В 2013 году, по словам сотрудников полиции, увеличилось число интернет-мошенничеств. И даже появился новый вид. Некоторые злоумышленники теперь запускают вирусы целенаправленно. Рост очевиден этих преступлений. Причем используют вредоносные компьютерные программы, которые внедряются в системный блок пользователя. К примеру, главный бухгалтер, там, который формирует платежное поручение. Вот эта программа вредоносная, там, Троян, там, как ее называют, она формирует платежное поручение и отсылает ее в банк, соответствующий на оплату в интересах какого-то юридического лица. Вот таких их тоже два факта выявлены. А еще за март этого года зарегистрировано 16 фактов перевода денежных средств мошенникам. При этом суммы, которые жители города перечисляют на счета аферистов, довольно внушительные. К примеру, одна из потерпевших добровольно отдала 195 тысяч рублей, спасая своего сына, который якобы попал в ДТП. В связи с участившимися случаями телефонного мошенничества, мошенничества в сети интернет с банковскими картами, сотрудниками ноябрьской полиции проводится профилактическое мероприятие, в ходе которого жителям города распространяются памятки о совершении данного рода преступлений и о способах правомерной защиты. Отдел МВД России по городу Ноябрьску обращается к жителям с просьбой внимательно изучить данные памятки, рассказать родственникам и друзьям, а также быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.